Накануне Дня России Афипский дом культуры встретил гостей. На площади ДК расположилась ярмарка производителей и мастеров района. На входе в фойе здания устроили выставку тематических художественных работ. Районная выставка национальных культур – одно из традиционных мероприятий ко Дню России. Поселение организовали экспозиции, представляющие национальные быт, культуру, костюм и кухню. Адыгея, Греция, Армения, Дагестан, Осетия, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан. Представители этих и других народностей дружно проживают на территории Северского района. Узнать что-то новое можно было не только о национальных обычаях и традициях, но и о наших земляках. В рамках акции «История моей семьи» организаторы рассказали о семьях коренных жителей и переселенцев разных национальностей нашего района. Торжественное открытие праздничного концерта прошло на сцене Дома культуры. С приветственным словом к землякам обратились глава Северского района Андрей Дорошевский, депутат Законодательного собрания края Сергей Орленко и председатель Совета Владимир Захарченко. Все мы с вами гордимся и любим нашу страну. И делаем все для того, чтобы она была независимой, сильной и могучей. И все это благодаря вам, жителям Северского района, жителям нашей страны, потому что каждый на своем месте, вне зависимости от того, кем он работает, он вкладывает душу и сердце в наш район, в нашу Кубань и в целом в нашу Россию. В день нашего, наверное, главного государственного праздника хотел пожелать одного – мирного неба над головой, чтобы семьи наши жили, и самое главное, чтобы ребята, которые сегодня находятся на передовой, вернулись живыми и здоровыми. Процветание нашей страны зависит от тружеников, от человека труда, от учителей, врачей, механизаторов, инженеров, рабочих, тружеников полей. Зависит от наших главных защитников армии и военно-морского флота. Я хочу пожелать всем семьям нашей России, нашей Кубани, Северского района благополучия, добра, процветания, всего самого доброго. Главное богатство Северского района – это его люди. Трудолюбивые, энергичные и талантливые, приумножающие своими делами его славу. По традиции ко Дню России приурочили награждение жителей. Благодарностями и почетными грамотами администрации края, района и совета, памятными знаками Законодательного собрания края, медалями за вклад в развитие Северского района наградили председателей ТОСов, депутатов, ветеранов труда, активистов и добровольцев. Из рук почетных гостей свои заслуженные награды получили 64 жителя района. Пятеро молодых граждан Российской Федерации получили первые паспорта. А трем юным спортсменам района вручили памятные значки «Кандидат в мастера спорта». Праздник продолжили концертом районных коллективов. Завершили концерт артисты ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница» Краснодарской филармонии. В этом году празднование Дня России в Северском районе обошлось без массовых масштабных мероприятий. Но обстоятельства не уменьшают важности этой даты для каждого жителя. Праздничный концерт закончился бурными овациями и подарил приглашенным гостям отличное настроение.